Итак, всех приветствую. Да-да, здорово, ребята. Адвентура, Мангациф. В чем проблема, вообще не пойму. И все остальные. Картошечка 13. Вот, да, добрый день. Ну что ж, играем 2 на 2. From time to time. Тудой-судой. Боже мой, что они там берут? Бери, короче, России, там же в правилах написано, что мы можем меняться типа слотами. В чем проблема, я не понимаю. А почему тогда я не могу хостить? В чем проблема? Нет, ты хостишь, просто ты на четвертом слоте. Ну, я у Вайпера спросил, он мне ничего так отнятного не ответил. У Сириуса спроси, ну его нафиг. Я хочу быть первый слот. Почему это вдруг обязательно капитан должен быть первый слот? Скажу, у нас технические проблемы, нам надо, чтобы я был первым слотом. Я пока не выбираю. Так, на выбор у нас... Да, да, здорово, Лаймас. Лайм. Так, давайте глянем что-то на выбор. Тут у нас... у нас первый и четвертый слой. Слот. Я хотел быть первым. Вайпер зарядил, что, короче, не может быть первый. Я не могу быть первым слотом. А на первом слоте у нас стоит Россия, которой я хочу быть. А на четвертом... Пишет, что потенциальный Египет на четвертом слоте. А не на первом. Где в правилах написано, что нельзя быть тебе четвертым слотом? Вот объясните вот этот момент. А все остальное мне пофиг, кто там на каком слоте потенциально. Да, нет, Египет у нас... Так, стой, он что-то пишет, что мы не можем слотами меняться. Что за бред? Где они сидят? Можно с ним поговорить? Потому что задолбали. Вечно какие-то проблемы, и мы их неделю ждали, то один куда-то уехал, то другой куда-то уехал, и вот и сейчас все равно начинают какую-то херню творить. Видите, у них Греция шашоны. Играем на кольце. Да, вот, кстати, кольцо. Я типа хощу. Вот, все вот. Вот как-то так. Ну, написано, да, в правилах есть такой пункт, что каждый выбирает из своего набора наций. Так я, значит, не могу быть Россией, да? Да, ты не можешь быть Россией. Зашибись, блин. Что ты там мне предлагаешь инками быть? Альзулусами. Я бы на самом деле Египтом был бы. У них я вообще Карфаген предлагаю играть. Карфаген или инки? Блин, ну ты знаешь мое отношение к морю, да? Ну так это карта такая. Почему тут твое отношение вообще? Я не умею там ничего. Ну, просто, если карта в развитии, идем коляса. Если нет, идем в рабу. Все просто. Смотри, что тебе ближе к душе, Карфаген или инки? Египет с Зулусом мне вообще не нравится. Египет мне ближе к душе. Два ключевых чуда на карте. Галик, потому что с деньгами вообще жопа. И этот. В гильдиях, как оно? Мачу Пикчу. Вот, два ключевых чуда, которых нужно забрать. Все, остальное вообще все насрать. Ну, Египет, опять же. Ну окей, ты построишь там с бонусом. Все, я понял, Карфаген, я понял. Не дает он мне играть, как я хочу. Но он капитан, он имеет право, как. Картыч. Где картыч? Видо, картыч. Погнали. Россия, Карфаген. Как-то так. Ну, кольцо, знаете, там воды-то дохерища будет. На самом деле, бесплатные порты, то есть соединение дорогами, ты по воле, если размножаешься по морю, то, соответственно, бесплатно получаешь сразу дороги соединения и, соответственно, счастье. Это есть свое здравое зерно, плюс генерал там может, когда появится, бегать через всякие горки-пригорки. Плюсики небольшие есть, но я не люблю просто эту нацию и не люблю вообще воду. Научишься. Что запускает? Так ты ж не выбрал. Ай, выбрал. Что я не выбрал? Я не позеленел тебе? Отписался? Не, уже позеленел. А по карте все хорошо? Да нормально все, погнали. Ну погнали. А че они оба не зеленые?
Какая-то муть творится. Давайте откроем пивка, будем расслабляться. Вот как-то так. Ну вот, видишь, не Польша, а Шашоны. Ну и лузеры, я бы Польшу брал. Не, я бы тоже, кстати, Шашоном брал. У них все просто банально бабла на выкуп клеток вообще не будет. Мне не надо покупать, я ставлю городачи, скажи три дырочки и все. Ну, это как получится. У меня получится. Вот, видишь, вон золото на острове. Охренеть, можно как его обработать, как хочешь. Так, я отпишусь о старте. Подожди, мы еще рестарт сейчас брать будем. Мы на разных этих самых. И поэтому, подождите, какие люксы у нас у него, и разные люксы, ёпта, у меня люкс будет только один. Короче, жопа. Вопрос, хотим ли мы выиграть сильно? Ответ, да как-то пофиг. Да и карта мне это не нравится. И у меня сейчас будет к нему предложение. Ты здесь уже или еще нет? Не, пишу. Ну, когда напишешь, скажешь. Мысль сейчас у меня глобальная такая. Надо поселенцами идти в одном направлении, чтобы другой, если он действительно там, если между нами кто-то есть, этого одного сразу запинать и гг. Все, я тут. Смотри, какая у меня мысль дикая появилась. Мы как бы вроде как бы не вместе, да? Ну да, мы. Они справа-слева, мы сверху снизу. Так вот, топчем поселенцами ты влево и я влево, и быстренько разносим кого-то одного. И заканчиваем. Нет, смотри, тут все зависит от перешейка. Тут расстояния большие довольно по этим перешейкам идти. И неизвестно еще какая местность. Тут, ну, ты видишь, просто, я на море. Стрелки не получится. Ты видишь, ну, я да. На море, и оно уже заворачивается. Что значит не получится? В смысле, где заворачивается? Оно еще никуда не заворачивается. Ты по центру своего континента родился. Ага. Ну и дрянь. Ну и дрянь. Потому что у тебя плохое, да. У меня люкс не будет обрабатываться никогда. И идти я никуда не вижу, столько на люкс, тот на вино, а на месте. Как бы на месте как бы и здорово было бы, с одной стороны, но на самом деле. Говно. Я бы здесь не стал где-то сейчас прыгнуть. А куда ты? Ну тебе нужно тут ставить. Не, тебе. Я бы ставил, попытался так поставить, чтобы потом следующий на золото поставить. Или следующий на джемс поставить, тогда сдвинуться отсюда. Понимаешь мысль? Ну это по воле. Мне тормозит немерено. Ну что мне делать? Оставаться на воде получается. Но я не вижу, чтобы куда-то мне идти было. Можно. Ну нужно. Да, но тебе нужно тут оставаться. Тебе вообще все города просто на побережье нужно ставить. Мы можем вообще рестарт взять, у тебя очень плохое место. Ну пятого хода-то подождем. Ну да, но нам нужно сейчас перешайку увидеть, что там вообще как. Я в животных пошел открывать. Угу. Херня какая-то плоская. У него так повезло. Сразу иди перешейк разведай. Сколько? Ну, я ж налево иду. Не, я хочу тут поставить очень хорошее место. Ну ставь, точно не дает. Все равно рестарт брать будет. Вайпер на земле, а Сириус хер пойми. Угу. Три клетки, похоже. Ну, или 4. Может даже 4. Быстрая война. У тебя вообще отвратительное место. У тебя, блин, как дефать, я не представляю.
Как дефать. Где раз... Ну, короче. И еще люкс на другом этом. Это какая-то жопа. А 4 клетки. Короче, нам нужно рестарт брать. Потому что тебя снесут с таким весом просто. Так, у тебя там вообще ничего нету. Ну давай еще раз сходим. Два ну, типа даже. До пятого хода подождем там. Да тут конец карты, я не вижу, где он. В смысле конец карты? Он дальше идет, этот перешек. Что конец карты? Ну вон я вижу конец карты, о чем ты говоришь? Конец карты еще не близко. Я вижу его, границы карты. Ну, я понимаю, я тоже вижу границы карты, но посмотри, сколько туда идти еще. Не, ну, где промка? Тебе уже незачем туда так далеко идти. Ну, я хочу глянуть, ну, что-то. Ну, окей, берем рестарт тогда. Ну, сейчас откроем лошадей, глянем, что, может, лошади все исправят. Да, в корне. У меня две в столице. Ну, у тебя уже неплохо. Хотя нет, все плохо. У меня все плохо, люксов-то нету. И ты как Россия немного. Так, ты репишешь, да? Только подожди за 15 секунд. Я закончу. Да я напишу за 2 секунды. Они закончили, можешь писать. А, ладно. Ну чё, не меняем нации? Так нельзя же. Да нормальные нации, чё ты. Так мне опять создавать или ты уже сам создай? Не-не, ты создавай, поменяемся слотами. Меня же просто сейчас тупить всё очень будет. Ох ты бог ты мой. Ринг, 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 ринг. Тут, наверное... Тайни 4, да, типа. Балансет, рандом, сиденс. Без этого с этим. Без. Не попал. Вот без этого. С питбоссом. И не надо вот этих вот карт. 2 на 2. Гейм 5. Обидно, конечно, на групповом этапе тратить ре. Да ладно. А вообще нам надо побеждать, что ли? Ты хочешь? К этому я... Вообще не обязательно. Так вот о том и речь. Нафига мы тут тратим эти рестарты? Ну, типа тебе вообще место не нравилось. Ты... Ну мне не нравилось, конечно. Там бред какой-то. У тебя там вообще ничего нету. Блокирующий город нормально не поставишь. Там даже клетки с лесом нету, чтобы за ней спрятаться. Там круто все было, что ты понимаешь? У них рестарт как бы последний остался или вообще не остался, не помню, там как-то жопа. Ну, у них остался рестарт, но они не будут его тратить сейчас. Так, поменяйся с вайпером. Да погоди, еще не зашел. Я вижу, что ты зашел. Все, я тут. Вайпер вышел зачем-то. Поменяйся с ним. Ты его кикни сначала. А теперь меняйся. Теперь с тобой, да. Я нажал. Империя Т-10 Дидо Картыч. Все, мы опять готовы. По этим вроде все нормально. Ну, а вот 330, 100 ходов. Так. Тут вначале очень жестко варвары будут, возможно, прессовать. Я вообще этой карты не знаю, ты мне говоришь, что делать, я буду делать. Я же тебе уже рассказал все. Так, пить. Ой, я быстро забуду. Так, давайте почитаем чатик, пока тут всякая херь творится. Ты на ринге не играл? Играл когда-то там, может, пару партий, но, во-первых, я на ринге, помню, ФФА играл. То ли 4, то ли 6, это было, ну, убожество. О!
Мы вместе. Это будет джунглевая это. Тут нельзя брать понтона джунгли. И три клетки перешеек. Или стой. А нет, стой, это мой еще типа. Ну я так, наверное, на золото, да? Ну не знаю. Ну смотри, ты на золото проничь, у тебя вообще производство не будет. А так у тебя хоть холм будет. Я бы оставался на месте. Ну, дуболома прыгни вот на нижний холм, посмотри, что там. А возможно, Там да, второй город будет тогда. Да, подняться на клетку, чтобы там город влез просто. Вообще не нет промки. Вырубим будет, нам надо пирамиду уводить, must have, то есть Египет я не зашел. Я ставлю, где стою, потому что если... А где твои лошади будут? Действительно. Видно справа, так что я тебе предлагаю все-таки, может, ты на холмик? Потому что лошади будут справа. Ну, вообще, я тогда без холма состою, скорее всего. Ну, когда ты его вырубишь, ты подумай об этом. Ну а, вот. Нормально, есть холм. Слушай, голос разума, он тебе всегда подскажет. То есть я. Ладно, в лошадок погнали. Ну да, лошадь с железом. Обстрелы две клетки, я вообще классный пацан. Тут Сириус, вот этот раз тоже 51 было, да? Это опять непонятно что. Ты ну, трансляцию какая... включил или нет? Конечно, уже мы рестарт перетранслировали, все кричат, почему мы такие нации неправильно берем. Кто кричит? Я не буду называть Семен, я не буду выбирать жертв для твоего гнева. Ну пускай кричат. Слышали, ребятки, пускай кричат. Главное, поставил фокус на продакшн, да? Вы видите хоть один продакшн? Может, со скаута начать, слушай? Тебе волю однозначно, потому что за Карфлен, чем больше ты городов все, лупишь, тем больше все. У тебя профит будет. Сказал, вон, смотри, раз город, раз, два, три. Я ставлю на холм и ставлю на серебро. О, отлично. Да, кстати, у них, подожди, у них же нету этих. Там у кого-то очень плохой старт, 4 молотка. Да пускай радуется, нам-то все классно. Они чудо тоже не... А, не, они не нашли чудо нормально. Так, стой, я пока правила открою, гляну, пересмотрю, можно ли на джунгли брать, то я не очень помню. Ну, нельзя. Мне кажется. Я лучше... Чатик, вы гляньте пока. Я чатик попрошу, ты давай работай. Бля, ну тут просто джунгли. Мы оба на море, а они оба на земле, кажется, да. Вот это поворот. Ну да, нельзя бы культуру джунглей брать нормально. А чё, можно? Нам теперь. Ну всё, всё остальное. Я, знаешь, что хочу? Промку с трех жителей, наверное. Что ты говорил? Промку с трех жителей. Бля, это будет долго. Ну, не-не, ты чё? Тебе топовый пантеон плюс 2 науки за торговый путь, это вообще бомба. Это за Карфлен must have на морских картах. Всё, сказал, я имею, я буду иметь. В общем, здесь город, в общем, здесь город. Как это все будет развиваться, не спрашивайте. Я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Может, мне лошадей насыпать, знаете. Так, дальше мы строим все-таки скаута. Это вообще... Жесть какая-то. Ну, у нас ровненько. У кого-то 8 еды. А 8 еды это у кого, блин? У Шашона на бананах. Ну, 2 банана. У меня 2 лошади в столице. 3. У меня лошадь красивее. У меня 3 столицы лошади. Хоть я вообще четко очень.
Ты лошадь видал, какую выбрать? Я говорил, иди, блин. Ну там нет вариантов, чисто где ей еще родиться. Отлично. Поставим науку, добычу, в железо пойдем. Да пошел, пошел. Ты дуболома можешь возвращать. У тебя уже перешайк видно. Вот просто континент разведаю, побережье, где лучше города расставить. Спокойно, все будет. Я дорастаю до 3 и гоу-гоу. Этот убогий город будет, ну просто убогий. Не то чтобы так бывает, ну немножко убогий, а это будет совсем попа. А на Сангат нету бана? Ну, на пшеницу эту. Нету. Ты не бери на чудеса, или бери на чудеса. Я бы не брал на твое место на чудеса, лучше на Джеймса. Я могу взять на алмазы, да. Наверное, перспективнее будет. Золото ты все равно будешь обрабатывать. Ну, походу, мы вдвоем заняли воду всю. Но они не на воде. Ну, как Вайпер не на воде точно, Сириус хер знает. Ну, как я сексуальненько стал. Подобрал холм в столицу. Блин, давайте работать. Все железо в святилище. Тебе нужно будет пантеон забрать. Так я Либерти, да? Да, да, естественно. Давайте пойдем. На железо пантеон? Нет. Святилище построить, чтобы пантеон взять. Пантеон ты берешь плюс 2 за путь торговый. Святилище построить. Ты прикалываешься? Мы техами идем немножко в другом направлении. Я же сказал, же после железа. А-а-а. О, я тоже буду иметь Уэйлс. Тут понятно, два города сразу. Но я дострою пацана, потому что он мне будет молотки делать. Ну да, я тоже раба дострою. Три клетки проход. Мы точно рядом, между нами никого не будет, да? Да, мы, ты точно справа, я точно слева. О, папа. О, это вообще просто шик. Я знаю, куда я ставлю первый город. Ты смотри, тут побережье вот моря не только внутри, оно еще и снаружи. Это я знаю. Карта не закольцованная, она типа как перестрелка. То есть ты не можешь проплыть слева направо, и сверху на низ ты тоже проплыть не можешь. Ну, понятно. Я ставить буду где скаут, да, походу? Ну... Второй риф выше, левее. Можешь поставить правее кита. Ну да, а, да. В принципе, можешь поставить. Ну, короче... Или можешь даже выше на клетку поставить. Посмотришь, что там как вообще за проходы. Нет, там болото, там меня будет тяжело атаковать. Мне как бы выгодно. Плюс жрачка будет рядышком. Тут я пришел. Надо обходить. Ну вот здесь, походу. Подставил. Ну ничего. А, понятно. Отлично, сейчас этим прикрою здесь и будем скаута этого херачить, как его. Все, я скаутом возвращаюсь, да? Нехрен мне там делать. Да-да, тебе дальше уже не нужно смотреть. Короче, да, тебе нужно ставить здесь где-то там рядом с китом и накопить деньги, чтобы скупить эти рифы быстрее. Так я ж на золото стою, у меня уже 71,5 вход. Ну, короче, просто с их побережья тоже можно там город поставить и скупить эти рифы, потому скуплю. Первый город... Я скуплю. Тут сейчас... Заберу у тебя деньги сразу. И все скуплю. Ой, я на железо стою, отлично. А я? А где железо? А его наш на второму городу будет. Что-то меня не порадовали страт ресурсами особо. Ну, вон у тебя вправо город на воде, там где банан, опять же Джеймс. Ты бери все-таки не на чудеса. Я на чудеса могу взять. Какие чудеса?
Это он правила пишет, нас спрашивает? Блин, из-за него... Из-за него я... Типа да. Из-за него я не выбрал это самое. Так, зачем отвлекался? Ну, видишь. А тут что за мода в конце хода начинать эту херню болтать? Обработай лошадей, это огонь. Этим парнем займу место, а этим парнем... Пусть 5 ходов, отлично. Чё написал? Пусть 5 ходов. А. Забрали бок солнца. Ну, я так и думал. Что так и будет. Покупать не буду, сам дорастёт. По счастью, они нашли одно чудо. Твое скорее. Ну, у них же ещё своё какое-то, да. Ну, тут типа 4. Ну, Кайлас, 2 рифа и ещё что-то. Переключись всё-таки, наверное, на этого, на святилище. Ты можешь не спешить строить посел, а тебе еще юнит, скорее всего, нужен будет, потому что тут варвары вообще жесть. Календарь? Ну, мне ничего. Ну, мне марихосов потом нужно будет. Ну, пошли календарь. Календарь, марихосство, давай так. Или нет, давай марихосство, ты быстрее построишь. Ну, я пока строить не буду. Не-не, давай марихосство. Давай-давай. Нам будет дешевле, если мы их вдруг встретим. Ну тут по такой местности не факт, что это скоро произойдет. Пофиг. Ах ты, как я хорошо встал, аж сам себе завидую. Хочу, чтобы они меня атаковали, тогда будет все нормально. Поменяемся местами, если... А, блин, ну не три же. Смотри, что делается. Сваливай. Я догадался. Да в упорочку встать, чтобы могли только одним атаковать, и будет нормально. Ну, я думаю, нормально. 4 хода, так я могу еще грандеры начать. Хотя нужно ли мне грандеры? Может еще одного кого-нибудь вот этого построить? Я бы вышел в каменную после мореходства. Я не против. Я на люксе, мне так пофиг, я здесь счастье. Просто пирамидки тут важно будет. А я построю еще копье. Потому что нет смысла мне сейчас этого строить. Лучше потом. Ну да, можешь. Почему нет? Там кто-то амбар уже бахнул. У них сангат, зачем амбар? Не, ну 19 еды это еще с амбаром. Мне кажется, тебе надо отступать дуболомом. Короче, всеми отступают. Ну, тебя там убьют. Не нужно. Дуболом отступать не нужно. Че он меня не убьет? Я дважды в защите, сейчас хилка будет. Что, не надо пись-пись. Ну тут, конечно, что мне делать? Вырубать пока начать. Жалко, ход пропустил. Ну да ладно. Перелив все равно будет в этого. Сейчас они отойдут. Они не могут здесь меня атаковать.
Глазик или не глазик мне лучше Конечно. брать? Ну, смотри по обстоятельствам. Если не убьют, то лучше глазик. Тебя там убивают, я бы брал этот. Меня не убьют, сейчас копье выйдет. Забрали за чудеса. Плохо. А что мне брать тогда? Золото-серебро возьму. Слушай, ты Или издеваешься, я же рыбки? сказал, тебе плюс 2 за на торговый путь. Чё ты Да вообще... ладно, я сижу, проверяю твою эту самую... Ну, это... Короче, все нормально. Или он меня подглючивает, я не знаю, надо на Хастана будет мне. Пускай они, может, хостят. Сириус там или чёрт. У меня конкретно замирает экран на секунду-полторы и потом просыпается. Ты сразу риф выкупи, не жди, пока там достроится, выкупится клеточка, потому что с вероятностью, что они туда захотят ставить. Этим и занимаюсь. Стоит. Нормально. Я бы вообще пошел, знаете, что рубить вот этот холм. Хочу ли я еще одного раба? Нет. Или... Давайте лодочку. Я хочу дорасти просто. До следующего жителя. Ну, этот если прыгнуть не страшно, а тут я пробьюсь. Чего, рабочая лодка? Спокойно, мне до 4 дорасти надо. Что за неверующие люди? Ну, оставим так, ладно. А он сейчас прыгнет, мне надо будет защищать. Надо было здесь остаться и подхилиться. Мой косяк. Хотя не, я могу этого вернуть. Да, ему зону сделает в любом случае. Так что пофиг, я могу хилиться. А этот, если не уйдет, получит крендель по голове. Он не уйдет, ведь. Прикольно. Так, пирамиды или галик мне забрать? Я думаю, пирамиды. Это Мне очень галик больше скоро. нравится. Делай Ладно, как. заберу пирамиды. Делай как тебе больше нравится тогда. Надо прорываться сюда. Сейчас все равно этому зону. Ну, конечно, его побьют больно. Но не сильно, не будут все, наверное, атаковать. На крайняк я здесь поставлю город. Куплю один, может быть, куплю второй. Город сюда, город сюда. Потом пойдем здесь смотреть. Ты календарь прожал, что ты ведь опять тех не убираешь. Да, мой косяк, не напоминай. Иди сразу пряности долби. Ты как раз вырубишь, да, время открытия. Может на месте поставить? Не дают мне пройти. Ну да, ставь нормально. Вот сейчас бы честь взять, да? Смотри, 4 потенциальных ты, трупа. Ты можешь честь взять, да. Но я честь не хочу брать. У меня тут нормальный небольшой участок земли, я его и так проконтролирую без чести. Просто хочу потом в морскую инфраструктуру пойти, а не в честь. Так, ну я беру 2 за гем. Да, давай. Не вырублю раньше времени. Ладно, давай так. Сюда без этого. А, кстати, все нормально, отлично. Ну, до чести, правда, мне когда Варшавы.
тут никто меня не напрягет. Тут, если что, выпрыгну назад, так что пока что я даже скалку двигать не буду. Не в библиотеке вышли. Мне кажется, там кто-то в традицию играет. Ну так может и нам идти или нет? Типа Голиас и все дела. Я думаю, тебе вообще не имеет смысла, потому что чем больше опять городов у тебя, тем лучше у тебя развитие, с плечом своим понтоном. Мне тоже, в принципе, хорошие места, и по воле могу нормально все занять. Так куда идем? Пошли в стрельбу из лука. Ну, ты больше эту карту играл. Не, ребята, я сейчас чат не особо тут. Я играл в 3 раза или 4. Ровно настолько больше, чем я. Дальше пойдем опять. А еще там внешнее побережье очень хорошее. Смотри, какой у меня разведчик есть. Все видит. Ну, тебе нужно будет потом пробежаться. Ой, слушай, а ну попробуй разведать там ГГшку в центре. Ну так я ж говорю, смотри, какой у меня разведчик есть. Ты чем слушаешь? Не слушает человек. Вот ему говорят, что я хочу, а он не, никак. Ладно, еще похилимся, тогда пойдем здесь еще вот кусочек хочу посмотреть на самом деле. Четыре хода, он первый в этой самой, так что... Ты же в курсе, лодки сразу дохнут, как только их бьет трилемом? Я в курсе, что... Я не видел лагерей на море. Ну сдохнет и сдохнет, ничего теперь. Ты же знаешь, как я играю. Восемь ходов. Какие-то постоянно паника вот у людей, там что-то сдохнет. Пошли в письменность, наверное, тоже. Хотя, можно прямо в рынке. Не, давай в письмо сведем все-таки. Ты, я надеюсь, на рифах стоишь? Я тоже. Нихера себе, ты прям лодкой поплыл разведывать. Я же двое построил, чтобы разведывать. Какие вы все интересные. А ты квинкерму это свою построить. Да что ты. Нет, я тебя понял. Я еще играем по хардкору. У меня, да, у меня всегда. Ну это, конечно, уж странно немного. Тебе все равно квинкерма потом нужна будет, чтобы тренинг убивать, который тебе торговые пути рушат. Ты честь там принимаешь скоро? Через 7 ходов. Ну вот. Дай защиту. Дал. О, туда приплыть лучником и фармить лагерь было бы вообще каким замечательно. Каким лучником? На соль город поставить рядом, точнее. А, кстати, да. Ты какой-то вот не смотришь. Не, просто ты, если город сразу ставишь, ты лагерь разрушаешь. А нам нужно нафармить сначала влияние, только потом поставить туда город. Не буду пускать парня. Отлично. Лошадочка, почему? Ладно.
Так, еще один пришел кандидат. Блокада Ленинграда, короче, выстроились, короче. Деньги прожми. Прожмякал. Ладно, давай. Кто не хочет себя поплыть обработать, да? Да иду, иду. Чё-то я не знаю. Так и думал, что он меня задержит. Сранец. Прихода. Терпим. Терпим, ребята, терпим. Ну и чё, мне к Винтерему построить или торговые по пути уж прям? Погоди, а чё у тебя не соединились? Да, кстати, почему они у меня не соединились? В смысле, у тебя гавани есть в этих всех городах? Да. А, нам в колесо же нужно открыть. Ну сейчас откроем что-то. Ну так, не, просто я говорю, для того, чтобы соединились, колесо открыть. Ну ладно, трилем построим тогда. Это точно уже там слишком много. Там вообще жестко прессуют. Это все включено в этот самый, в пакет. И через два хода начнется дикие репрессии. Воровские. Все минимум хп просто. Ну так я же этим занимаюсь, как бы специально. Давайте эту Квинкерму, когда строишь, просто поплыви вокруг побережья, разведай, что там у них, есть ли города на море. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизнь на Марсе? Куда он прет? Ну, он следующим ходом обидится. Вернее, пожалеет, что туда прет. Через два хода отдам алмаз. Мне пока не горит. Я думаю, куда мне дальше города ставить. Ну, на второе побережье туда к золоту где-то должен быть город. И там не один должен быть. Ты можешь даже... Ну, разведать, естественно, нужно. Я на спайсис если... хочу поставить, еще не на море. Если сверху традиционник, просто города в его сторону лупашить. Ну, сейчас поплывем, узнаем. У меня ровно столько промки, сколько у тебя. Ха-ха. Honor. Хлобыкст. Хлобыкст. Куда я иду? На ту сторону, да? Хлобыкость, 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 хлобыкость. Дружок, шел бы ты отсюда. Есть ли жизнь на Марсе? Так, ладно. Сколько наук и вход? 20. Нормально. Я красавчик. Нам вообще по-хорошему и эти не нужны тут, арбы. Нам нужно просто в Голиас идти. Если у них там, конечно, есть города на побережье. Я не знаю, строим библиотеку там это вот. Да, библу нам нужно забрать. Я даже не знаю, а вот... ладно. У меня вопрос, граннери строить или означаю. Нет? Что ты мне можешь дать? Золото, пряность, да. Спайс возьму. Так,
Одного... О, я знаю, что хочу построить. Одного здесь... Коляска или лучник? Наверное, лучник все-таки. Ну. Хотя... Блин, давайте здесь рабочего построим. Вот что я хочу. Фига сдались мне эти гранеры пока что. О, два глаза. Как-то так. Так, так. Я, наверное, святилище свое убираю, оно мне нафиг не нужно. Да, да, убирай, конечно. Пусть будет. Иду к золоту сюда поставлю где-нибудь, не знаю. На бананы как-то не хочется. Сюда, что ли? На золото вырастет. Сюда, раз, два, три, и сюда. Да. Слушай, я хочу библу построить потом. Строй. Во, и возьмешь какую-нибудь там... Я оптику могу взять нормальную. Или, да, допустим, металлоконструкцию. Оптика, оптика. Мне зайдет, рыбки у нас же есть, так что нам оптика. Я там, да. Что ты в Японии амбар не строишь? Нет, я хочу построить рабочего еще. А, бля. Что? Скаут глазастый. Тут столько у меня варваров. Я тебя словами не передам. Что-то я уже хочу поставить где-нибудь, чтобы фармить лагерь просто. Идемте туда, там не понравилось, что я увидел. А может мне поставить так, чтобы лагерь фармить этот город? Блин? Ну, да, правее банана. К рыбе наверх, да, правее банана. По-моему, так это и будет. Тогда нормально. Тут на болото поставлю. Вот, да, точно. Ну ты смотри, у тебя же там дороги не будет в этом городе. Ну, типа торгового путя. Точно, точно. Все ужасно. Ладно, давайте так. А тут давайте так. А тут давайте. Давайте. Торгового путя не будет. Ну пофиг. Соединю его так, и будет у меня торговый путь. Побежать. Этих лошадей надо обработать уже. Ты что, еще посела клепаешь? Тебе сейчас это хватит вообще? Спокойно. Золото уникальное идет. К нему надо поставить. И спайсы я себе вернул, ты ж мне Джеймса даешь. У меня все посчитано, не переживай. Где-нибудь здесь надо стоять. И молиться, что... Чтобы, короче, нас никто не обидел. Ну, не знаю, такое все. Все будет. Ты в меня не веришь? После последней партии на внутрике такси. Вот начинается сразу какая-то репрессия, депрессия и все такое. Глазастый скаут должен вылечиться. Ой, смотри, какие цитрусы тут классные.
А ты галик забрал уже? Нет? Нет, я ее не строил. Я решил библу лучше забрать. Ах ты, блин! Сранец. Откуда он тут взялся? Вроде должен на город был агриться. Я уже весь такой расслабленный, булки, все дела. Единственного рабочего этого похерить хотят. Ну, не гады же. Через ход, конечно, я получу рабочего. Вот, кстати, здесь я его получу и буду обрабатывать это. Но, блин, это мне не нравится. Может не расти? Пророк есть. Пагоды я что-то не хочу брать. А что ж ты хочешь брать? Ну, промку лучше возьму. Ну, пагоды я тут не буду покупать. Ладно. Так, хватит нам этих самых. Давайте ставить рабочих. 2, 1. Один рабочий. Гранули, один рабочий. Так, золото надо забрать. Тут надо поставить вот это. Это ж, наверное, да. Не будет забирать, он не имеет права. Он, в общем, не имеет права, он сюда пойдет. Мы его будем лупить. Лучше, конечно, пошел сюда. А хотел, может, к этому лагерю пытаться. Ну, в общем, не знаю, сейчас мы его встретим где-нибудь. Догоним и уничтожим. Отомстим за нашего рабочего. Так. 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 Дальше что? Не знаю. Подожди, как это не знаю? Ну так вот не знаю. Нам их нужно разведать. Ну пошли пока охоту откроем. Ну хочу ли я сейчас рискнуть и вот аж прыгнуть сюда. Хочу ли я сейчас прыгнуть с этим самым на овечек? Кем чё? Куда чем прыгать, я не понял. Ну, посевом на овечек. Мы их нашли. Сириус традиции. А, отлично, а ты не знаешь, где он? Наверное, я его вижу. Или он твой... Ладно, не буду прыгать. Люди, сейчас два рабочих будут повеселее нам. Сильная Liberty 2. Даже, наверное, на варваров понадеялся. Рабочего вернул, да, по-быстрому? Спасибо. Ну, если будет, то здесь или здесь, да? Я хочу поставить город здесь. А этот где-то ниже. Не знаю, правда, где. Ну давайте. А, нормально. Рабочий. Так, давай подумаем, куда нам вообще нужно. Ты дальше, главное, побережье до рассвета. Если у них нет городов, то... Ты будешь оптику брать? Да, оптику, а нам больше нечего тут брать. Нет, мы оптику открываем, она дешевле, и возьмешь им в другое. А, ну да, логично. Так, проверил. Да, я встретил Сирису наверху. Ну, это я уже видел. Он в два города играет. Не так, я иду идти наверх, может, там вот мне нравится цитрус. Да. Ну, к цитрусам далеко. Туда вообще, если что, можно просто переплыть. Я еще на соль хочу поставить.
Так поэтому Да, оптику но открываем. сначала туда юнит какой-то надо поставить. У меня лук есть сейчас, как бы, и копье. Так, я на первом, кстати, да? Если они сейчас не строят, то бегло гарантированно наше. Видишь, как замечательно. Все отлично. Ну, что я тебе хочу сказать, меня варвары вообще не прессуют. Я просто с дуболомами разведом все города расставил. Меня тоже не прессуют, зачем? Вот тут еще город поставить надо. Ближе к железу. И рабочим здесь нужен. Наверное, зря я сейчас обрабатываю это, надо пройти Да сюда. как? Да нормально, фаер. Ну так что? Фаер, что не узнаешь этот нежный голосок? Мне прорепело, просто я не услышал. Айрон, я надеюсь, не умеет. Что? Надеюсь играть на этой карте. Ну такое, такое. Еще не понял, просто в центре это море или лужа. А че ты не разведал город? Начинается. Там же ж ты побережье, видишь, как я тебя разведу. Там не побережье, там дальше можно подплыть, подплыви на следующий ход. Успеем. Главное, чтобы сюда не прилетели. Зараза, но... В смысле, ну, в центре моря. А мы знаем. Кинкерна, А, подойди сюда. я бы скорее сказал, что тут на Голиасах с такой местности. Так, а у них городов нет на море, вот в чем прикол. Нафиг, Если у давайте. них нет городов на море, то они проиграют. Потому что у вас будет не только больше городов. Ну как бы. Тебе А, Кинкермы ну, ты сейчас глянь, ему правее может рыбы дефаться нужна. даже. Или, допустим, левее, ниже рыбы. Куда-то туда. Выше на клетку еще. Ты Все, говоришь, идем нету в моря. Голиасы. Идем в Хорошо, с Голиасы. конями проперло. Тихо, тихо, это чит. И у меня пансион классный, видел? Какой у тебя? Вот, Плюс 2 за посмотри. торговый путь. А, это отличный пантеон, да, ты его если взял. Это я рассчитывал на Карфаген, что ты это возьмешь. Ну, Лидекс до последнего не хотел брать Карфаген. У Лидекса 4 люкса, скажи ему, пожалуйста. Лидекс, у тебя 4 люкса. Мне 5 Лидекс, у люксов. тебя 4 люкса. У тебя золото как бы есть, кстати. Ты хочешь на это прям поставить, да? На болото? На болото и на возле спайсов еще. Хорошо, да. Прям Вопрос на счастье засыпку. найдет, построит Плыви один. к Винкерма и левее куда-то разведывай, там может еще города какие-то стоят на побережье. Нет, у него один город на воде, надо убивать его. Не, у него может Ребят, забывайте, да. что есть еще внешнее море. Я не Ну знаю, да. есть ли там города, но море два. Ну у нас есть города на нефть. Я знаю, мы играли на этой карте, ну я по крайней мере. А, ну все, тут. Это я, ну, такая что. Мне расскажи. Чё где есть? Отлично, отлично, отлично. Так, надо строить, наверное, мне уже начинать слегка. Так, куда мы там идем? Философию или Лидекс опять тех у него выбрал. Да, я такой. Я торможу. Да кто вчера две ФФшки подряд выиграл. Против кого что играл? А вот спайсы, на Там которые я разные просто. Против нубов. буду иметь. Я сейчас стольню за караваню с Ростовым. И чё, он, хотите сказать, не сюда вырос, придурок? Хотя нафиг я его купил. Ну хотя сейчас вырос. Так. Так, тут... Короче, не буду больше городов ставить, F5 поиграю. Ну я вот Потому что еще мы по один и счастью не все. потянем. Где религия классная?
Ты строй там амбар, зачем тебе там сразу библиотека? Ты не будешь нацик строить, забей. У тебя он будет строиться, хер знает сколько ходов. Тебе нужно амбар подстроить и закараванить стольню и утику, допустим. Его там, короче, левее тебя грек. Значит, между мною... Ну да. Дофига расстояние. Ну чё, мне город ударил? Он чё, совсем крут? Нельзя. Сраза. Ладно, пускай стоит один. Ой, какой город я нашел себе возле железа. Ты чё, у тебя там кинкерма стоит? Наплавай. Ты вообще не двигаешь. Одна ГГшка на тут. Ну да, одна ГГшка, я и говорил, одна-две ГГшки тут. Так, сейчас будем строить эти. Все-таки библиотеку решил строить. Ладно, ладно, блин, достали, что за люди? Не дают спокойно играть. Золото я хочу строить. У тебя счастья нету, да? Давай я тебе что-то отдам, мрамор бери. Не надо мне ничего отдавать. Ну ты сейчас вообще офигеешь, ты же еще один город ставишь. Спокойно, тихо, у меня два люкса необработанных еще, что хочешь? Надо это тоже туда увезти, а здесь построить. Какие у тебя два люкса? Золото и спайсы. Ну да, золото у тебя дублирующее, ты его, считай, мне сразу отдаешь. Ну так я о чем и говорю. Погоди, так спайсы у тебя обработаны. Я же его отдаю ему. А. Ну что, на болото? Я хочу здесь. Вот здесь хочу. Высадка арбами? Нет. Айди. У них вообще один город просто на побережье. Это уже не город, это уже смертный приговор. Так а сколько там всего городов? Два. Там мало. У Шона традиционника у него всего два города. Два города, они бегут. Грека всего три. Надо тогда говорить не один город на воде, а половина городов на воде. Ну да, как-то так. Это слишком пафосно звучит. Ну это факт. Понимаешь, Файер, они сделали, видно, ставку, что быстрее выйдут голиасы, но они не знают, какое у нас чудо и что у меня пантеон прикольный. Это да. Они этим очень сильно лоханулись. Я, в общем, стою здесь, чтобы не выпустить из Тимуака и ничего там увидеть, например, Цюрих и все такое. Да, да, правильно. И вообще я хочу еще все равно на остров к соли поставить на олене. Ты ему можешь прямо на лицо привезти, на цитрус бахнуть. На цитрус и на олене, я хочу два города еще. Или на соль прямо даже, фиг там, блин. Ну... После рабочего... Слушай, у меня Цюрих просит торговый путь, то есть я могу туда каким-то юнитом сплыть. И меткого построю. Я, короче, туда подплыву, я Цюрих заберу. В смысле, заберу? Ну, в союзнике. А, ладно. Да, вот здесь я буду жить. Вполне. Так, а тут сейчас мы обработаем это и проведем вот эту вот дорогу сюда, чтобы соединить все города и получать все, что надо. Дальше что? Драма? Ну да. Ноль счастья. Хорош с ростом. Хорош, 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 хорош. Везде давайте Starvation сделаем слегка. Кроме этого, наверное. Можно так делать. Ах, лошадку не достаю. Это жалко, конечно. Вот этот город бестолковый совершенно. Пускай Starvation сидит. Но сто люкс имеет. Так, так, и ты. Ты крут, но тоже приехал. Так, дальше лагерь. Дальше лагерь. Thank you.
Отлично. Получил, ушел. Ставить, не ставить. Вырос, да? Ну зашибись. Кто-то хотел тут фармить начать по-человечески. У меня Аргус еще поставил. Что-то я уже не хочу этот город ставить. Этим скаутом я... Ай, нет, этот надо было бы. Или купить спайсы просто. Так ты же ставишь город, и тебя спайс сразу. У меня уже опять несчастье. Ну, что я могу поделать, если ты напихал столько городов? Ладно, всё, ставлю, да? Все, ставлю, нормально. Я уже понял, что я хочу сделать. Мы сейчас построим просто этих самых. Все будет. Нам торопиться некуда. Так. Где? Блин, Араку нужно забрать. Забирай. Ты не хочешь? У тебя вообще все города на побережье. Ну, ты 7 на 3, это 21 молоток получишь халявный. Я счастье хочу строить. У тебя есть лишнее счастье? Нет, у меня минус 1. Ну так вот, значит, не килл Араку. Это счастье сейчас. А дам. Сколько у тебя богословие открывается? 12 ходов плюс 2 драма. Я в Цюрих карафан запущу на голду. Так, сейчас полечим, пойдем там засветим что-нибудь. Запускай. Хотя, может, распустить этот лагерь, фармить, не знаю. Бери политику на счастье от Харбров. Ой, дожить до нее. Не, плюс 3 молотка, конечно, это круто. Конечно, я не успеваю выйти, но я счастье вот это возьму. Смотри, нам достаточно просто 2-3 ремы, чтобы контролировать все проплывы. Это вообще супер. А давайте так и так. Я вот этого поведу туда. Где это Россия великая? Ну все, посчастливее стал. Да. Я политику сейчас на счастье возьму, и будет нормально. Это мы обработаем, это мы обработаем, и вот эти холмики мы поделим. Ну, вот в таком. Блин, вообще тебе, конечно, лучше Цюрих союзить, у тебя вообще очень мало просто счастья будет. Да, у меня тоже караваны, эта херня. Так давай, иди постучи по нему, я скаутом заберу. Нет, так ты так не засоюзишь, тебе нужно нафармить там сначала. Что у тебя? Хорошо, я лук. У меня караваны это самое. А ты караван доплывает вообще? Конечно, доплывет Старфорд. Ну, караван запустишь. Предлагаешь мне караван сейчас построить? Естественно, ты уже давно должен был построить его. Не слушайте его, он все врет. Ничего не должен никому. Давайте помониторим тихи. Но они не открыли тебя лобби еще. Да если даже откроют, мне интересно, как они будут строить быстро свои эти самые. Ну, они в те же самые тихи идут. Понятно, но Oracle ты, наверное, забери. Oracle я начинаю сейчас после маяка строить. Отлично. Ух ты, приплыл. 9 ходов, ну прожми богословие. Прожал. Что вот это такое? Что вот это? Нет, так замок. Вот так.
Все, все супер. Вот так молотки в наше время добываются, короче. Кстати, здесь, наверное, то же самое надо сделать. Нет, здесь так я не могу сделать. Но построю амбар смогу. Так, дальше амбар. Нет, спасибо. Так что, мне к Цюриху плыть? Я скаутом и лучником туда иду. Ну, плыву, точнее. Могу этого еще тут немножко подержать. Артемидка зачем? Да, здесь Артемид, это, наверное, must have. Вообще не понял этого. Блин, ну ладно. Ты главное кинкерма никуда не уходи, чтобы они к Цюриху не пробились. Никуда не уйду. Сейчас будет политика на счастье, счастье и караван. На этим пока доплыву. На этом далеко мне плыть, ничего. Есть мнение, что надо сносить этот лагерь. Пожалуй. Ладно. Что они на чудеса приняли, а религии до сих пор нет. Так, минус 1-1, отлично. Это и это немножко культурки меня кинет, и будет все нормально. А, то есть ты только скаутом поплыву? Я лучника сверху сейчас приведу. Не-не, не нужно, я своим поплыву. Это было рискованно, но я всегда так делал. Ладно. Вообще форус крутое чудо забрать бы. Следующим ходом еще больше счастья. И по этому великому поводу, я думаю, нам надо... Так, драмы у них нет. Что ты в сагнуте, вот, допустим, не построишь амбар сначала, потом бегла. Она тебе бегла сейчас вообще не нужна. Где ты? Про что? Ну, в Сагунте. Вот зачем библу перед амбаром? Она тебе там не нужна вообще. У тебя там три жителя всего. Япония тоже библа. Одну науку дают. Бесполезно. Как скажешь. Она просто одну монету съедает, одну науку дает. И чё это? На единичку вырост, так и быть. Достал он. Короче, я так не умею играть, как он хочет, чтоб я играл. Здесь море, мне сверху плыть. А так что толку, что ты будешь набивать у него этот самый? Ты мне должен подарить. Как? Так чтоб ты забрал лагерь, ты же караван еще пустишь. А, ну ладно. Ну, то есть этот караван сразу плывет в Цюрих. Я понял. Счастье, счастье. А где мое счастье? Они же должны все соединены. Я сейчас поплыву, у тебя там кинкерма мочит. Сильно? Тебе нужно отплыть как-то, чтобы только одна клетка удара была, ты плохо стоишь. Вот тут нормально, да. Ну, сейчас он лучника приведет. Ну, пускай ведет. Ты он бы подплыл бы ко мне этой самой и тоже там встал. Чтоб они Цюрих не могли что, разграбить лагерь? Караван. Так ну. Ты закрой караван, чтобы лагерь не... Вот так. Не... А вот, смотри, охренеть, что как он туда прошел. Проплыл, блин. Вот сейчас будешь его мочить. Что, я дуболома туда веду тогда. Так, так, так. Ну и что? Где еще какой-нибудь холмик обработать? Вот там, да? А здесь что? Здесь какую-нибудь еду было бы не дурно. А вот, давайте в эту построим. Что-нибудь, смотри, какая у него прокачка. Вырос, да? Куда вырос? На золото, конечно. Ну, два глаза.
Ну, замечательно. Тут его и найдут. С каутом своим плавитом. Ну я ж плыву, я уже закончил ход, ходи давай. Так, счастье, один. Отлично. Этот вырастет сюда. Этот обработает там что-нибудь. Эти... А сейчас будет трэш, вырубание бананов. Ой. А здесь я вырублю тоже, чтобы быстрее ходить просто. Ну и заодно, мало ли, там может вырастет когда-нибудь. А, хочу я расти здесь, прям сейчас. Строй конкерма, я боюсь, тебя тут убьют, и потом... Будет плохо. Ладно. Если он боится, что меня убьют... То ладно. Может мне купить? Сколько она стоит? 160. В мечтах. Неудачный берег, так бы... Я тогда, короче, вот, золото на соль бахну. Ты на соль бахнешь? Ну да, ну блин, я смотрю... Ну хорошо, я на цепь бахну. Куча всего строить просто. Ну это сейчас прокачка будет, так что пофиг. Он закрыл волю. Тут пошел трэш. Давай подумаем, что можно взять. Нинджа. Бессмысленно. Торговцы. Купи, цапать будем просто. И вынесем Аргас и Тимок. И все. Что апать мы будем? А, голясы не апаются, да? Ну ладно. Ничего апать не будем. Можем просто... Ну, смотри, если мы Тимок и Аргас возьмем, не факт, что они вообще сдадутся. Бери инжа, закопай, и будет все счастье. Это... Трэш, но это заработает. Это трэш. Какое счастье? Причем счастье тут вообще? Ну, в смысле промка, и ты будешь просто рулить. Ты же знаешь, сколько ты понаставишь этих самых? Да это тупо, это вообще тупо. Знаешь, как ты голясы будешь клепать? Что значит да тупо? Да это тупо, не буду это делать, это вообще бредятина полная. В голясы прожались или куда? Да, прожми, сколько ходов? 7. Короче, я ученого возьму. Я, короче, трэшевый играю, но ты еще трэшевый мини. Все, через 7 ходов эти 3 города, 4. Давайте отпустим это, пускай растет немножко. Начну там, не знаю, что-то делать. Хотя нахрен мне вот это, мне бы вот это поиметь, ну ладно. Нафиг ты городов понаставил. Просто так было. Но скучно было жить. Что за люди? Что они мне не дают играть, как я хочу? Ну и зачем ты открыл караван уход? В смысле открыл? Он сейчас на воду будет. Он только что юнита зареспавнил, он не спавнит два подряд. Вот какого хрена этот придурок меня мучит? Какого хрена я высадился? Он сейчас будет по мне стрелять. Стрельни по нему. Ник! Ну ладно, уболтал. В смысле, они могли убить меня? Они могли убить меня, я подставил скаута. О, культура приплыла. Никогда не делайте так. Но сегодня можно. А, так. Так, все города соединены, я надеюсь. Почему не соединены? А, это Трирема, наверное. Шутки тут творила. Этот, наверное, постоит здесь. Уже будет ждать лагеря где-нибудь в этом районе, чтобы не только здесь не заспавнился. Свейк с Марининой. Колкасный галет все-таки нет. Ее кю с Клаусом, а с Неслабейтом такова викста.
Ну прям лабай. Зюрих. Гоу. Я не могу убрать, так что... Потому что я запустил караван, и если я уберу, он разграбит меня. Обойди, убей его, Трирем. Или пускай плывет, хер там с ним, боже. Пусть плывет. Не, я лучше буду тут стоять. Трирем сейчас респанет и начнет грабить караван. Да. Согласен с тобой полностью. Я поставлю еще одну трирему и с Кутика запущу тоже в Цюрих. У нас будут деньги немерено. О, кстати. Это туда, куда я вырос. Так, ладно. Это можно сегодня. Видали? Видали, какая секси-клетка стала? Когда ты там пряность докопаешь? Через два хода. Окей. Так, пойти туда поплыть, наверное. Как-нибудь вот, да, вот здесь, пожалуй. Отлично. Трирема и караван. Бля, караван дорогой. А, ладно. Сколько тебе сейчас? 6? А, дай мне тогда, сейчас прямо. Потому что у меня сейчас минус будет. Ну, принимаю. Так и быть, я добрый. Оплыви, убей его, нафиг, достал меня. Не могу я. Что значит не могу? Поменяйся, стреляй, тоже не можешь. Смотри. Я стреляю, этого дуболома убиваю. О, нормально. Нормально. Стрельни по дуболому, убей дуболома, и всю зону ему сделаешь, нормально. Ну что ты делаешь? Убей его. В смысле? Они вдвое меня проатакуют. Окей. Все, мне главное лагерь забрать следующим ходом сразу и все. И ГГ ему, его замучает Цюрих. Еще не могу ничего не сделать. Жаль. Ладно, он был прав, здесь надо было строить этот самый. Вообще-то, что строй, непонятно. Вообще реально непонятно, что здесь происходит. А тут фокус не стоит, вот что здесь происходит. Ну как-нибудь можно уже сделать, чтобы тут вот это выросло. 10 ходов, что серьезно? А, 4 хода построиться, нормально. Счастье, 8. Так, давайте расти, раз 8, счастье. Прям везде расти, по-дикому. Согласен. Так, они не пошли в драму. Ну, это их погубит. Да, они пошли в мастерские. Кто еще? Ну, ты жди. Хотя, давай не жди. Тоже сейчас вырублюсь. Давай, убивай. Если он тебя убьет, его убьет Цюрих. Как-то так. Ой, я китов получил. А, у тебя киты есть. А ему надо сваливаться. Он по-любому его Цюрих замочит. Ну да. А еще у меня триремка сейчас приплывет. И не одна. Так, ладно. Ну если что, ее триремой там сзади добьют. Это и тогда погнали там во все тяжкие.
Так, здесь. Гелец основал религию. Че взяли? Два промки за спеца. Кстати, блин, что-то я ни одного рынка не построил. И зачем нам рынок? Не, ну вообще, типа... Твою трирему там не задолбут сейчас? Нет, там лечилка будет на следующий ход, нормально. Ну я подстрою. Подожди, еще здесь трирема, если ударяет, уже не ходит, да? Да. Ну, он может продать ее, конечно, но такое. Не, ну ты успеешь быстрее похилиться. Ты там да, только держи. Да, я сейчас кликаю на следопыта, добиваю его. После компаса тоже пойдем литье. А я поведу город на соль в центр. А что у нас тут? Кто-нибудь знает? Грасланд, не Грасланд? Внизу. Плейнс. Excellent. Руби. Стой. Сколько ты науки вообще имеешь? 47. 43. Добил. Отлично. Там похилься. И, наверное, эту трирему приведи назад. Смотри, у меня сейчас или строим, или не строим туда на цитрус город. Да строй, почему нет? У нас сейчас голиасы будут. Ну так вот поэтому и спрашиваю. Три хода. Или начать уже голиасы лепить. В смысле, мы не вышли? Ну, выйдем. Ну, не знаю. Ну, можешь поставить город туда, чё нет? Он лишним не будет, вот так. Поставлю. Грек ко мне приплыл с внешнего моря. Нахера там вообще три рема, я чё-то не понял. Ну, у меня три города на внешнем море. Не хотелось бы их потерять. Но они сейчас у меня разгонятся, на самом деле. Часть. У меня 9 часть. Ну, у меня Цюрих молодец. 2. А так к тому, что если что, можешь взять. Ты вообще казармы подстроил? И казармы, ничего не строим. Ну, это плохо. Давай точно построим казарму. Бля, 6. Ну что плохо, на воде не будет столько... Нет, не нужно казармы. У нас на воде не будет столько батлов, чтобы там казармы прямо зарешали. В смысле, ну казарму берешь против наземных юнитов, это очень сильная штука. Все, я строю голиас, ничего не знаю. Ты не строй очень много, они в голиасы не идут, и они эти города нам по-любому отдают. Я много не построю, 4. Ты имей в виду, что нам дальше нужно развиваться, потому что они не сдадутся, как города эти потеряют. Ты не знаешь, какой я бываю настойчивый. И красиво просить могу. У меня, блин, лишние рабы. Ну так у тебя пирамиды, что хочешь, у тебя вдвое все быстрее. А что, реально до сих пор двумя городами, блин? Ну да. 16 жителей. А у меня 24. Ну, привет ему. Так, тут можно расти опять, да? Походу. Мы пошли через обработку железа, нам нужно колосс забрать еще. Слышишь? Шли. То есть ты забираешь колосса, а я ставлю это вот все. Блин, голиас 2 хода, 3-4, да? У меня 10, наверное. Ну, нормально так идем. Бананы, и что бананы типа расти? Я иду туда, к бананам. Сколько там ходов? 2 хода. Как раз, смотрите. Раз, следующим ходом. Вдруг. Так, ладно, давайте здесь, я не знаю. Давайте здесь.
Ну, конечно, караван было бы круто. Но... Вот это лето, вот дилемма у меня. Золото есть. Одна рыбина, да? Нафиг одну рыбину. Пойдем этими городами в развитие. У нас такая тема. А здесь построим один голясик. Тоже. Блин, что, форос не забрали? Зачем им? Ты чё, это очень крутое чудо. Значит, я этого не знал. Как там парни? Ой, я первый парень, ты последний. Лузер! Я второй по промке, второй по еде. Отстаю по промке на 8 молотков. В Темуаке строится великий маяк. Ладно, я не заметил, когда он начал, не буду строить. Зачем тебе? Ты вон следующим ходом начнешь это строить. Нам не нужно золото, потому что мы заняли море, и все в Цюрих запустим и на золото, и это все откупим. Не, ну нам пока на золото не нужно, но золото плюс идет, что нам ее. Просто копим, может, там на арбов, на апан. Или что-то еще в таком духе. У меня золотой век. Мне надо. И я круче по промке. Ну блин, слушай, естественно, 7 городов стоит против моих 5. Интерьеры-то они получше будут. Давайте пойдем скаутом там погадим что-нибудь. Так. Не хочу. Давайте бублу и тогда Голиас. Одну серию Голиасов выставим. Да, они идут. Вообще не пойму. Мы идем. А все открыли ее. Я о них. О, пончик город поставил там. Отъел цитрус. Да, гайдика еще стала. Ну, веди на соль, я тебе раба притащу туда. На соль? Ну, они цитрус забрали, ты не видишь? А, бля, точно. Ну ладно, да, на соль тогда. Ну кто ж ему даст обработать-то? Сейчас голиасы приплывут и дадут по голове. Но у них есть цитрус. Один хотя бы. Пойдем поразведаем, что там, как там. На соль, говорите, так на соль. Первый поплыл. Не, я ставлю на олень. Ну да. Ты бы мог на... А, у тебя есть этот самый? Марбл. Мог бы еще город на марбл поставить. Мне марбл бы отдал. Ну да. Такой заманилка такая маленькая. Несчастье пришло. Сколько у тебя? 9. Отдай мне серебро, пожалуйста. У тебя Цюрих долго еще там будет? Восемь семь долго. Он дружный хоть? Ой, да он нейтральный, это надолго, до конца игры. Если что, денег можно влить. Интересно, как он меня сюда будет выносить. Я хочу посмотреть. Так, это фортификация, погнали. Так. Так, отлично. Куда растем? Сюда. Понятно. Подожди, тут у нас пропа, ясно. Короче, я вот что-то опять начинаю. Меня вот когда отвлекает, у меня нету концентрации, я что-то начинаю какую-то фигню делать. Вот такое ощущение. Ну,
Так. Уходи. Так, что здесь? Понятно. Тимо, красавец. Первый кандидат на вылет. Ну так я могу сейчас подплыть голясом и дань с Тюриха стрясти. Вот, ну, а моя не упадет же, правильно? Твоя нет, это на тебя не повлияет. Конечно можешь, я тебе могу свои отдать, у меня скоро будет 4 голяса. Не, у меня тут будет нормально. Давайте. Короче, половину беру прокачек против кораблей, половину таких. Ладно, давайте, а то он мне достанет потом, что я не сделал это. Вот это. Вот это. Где пускай строить? Здесь мы будем потом корабли выпускать. Жрачка. А тут я вырублю, наверное. А может, знаешь что, не на соль повезти, а там, где у тебя развед стоит. А я на соль поставлю. Чё сказал? Где у тебя развед стоит? Может, туда город повезти, а я на соль поставлю. Хотя ладно, короче, тащи как хочешь. Не-не, я на соль уже. Давай, ты рабочего лови мне. Я ж уже туда приплыл. Пойду вот с другой стороны, к тревемкой заплыву, посмотрю, что да как. Сними дань, защиту. Короче, не, нужно брать против сухопутки эти прокачки. Ну да, да. Вышли они в драму. Короче, беру половину таких, половину таких. Мы сейчас будем тоже строить везде вот это. Прям везде-везде. Что мне с воли брать? О, пришел. Не знаю, инжа может нотер забрать, допустим. Инжа нотер забрать? А мы в нотер сейчас пойдем. Ну, а чё нет, а куда нам идти? Ладно, там. Типа счастья много не бывает. Одинаково у них. Плывем, пускай подходит сюда. Так, все. Блин, наверное, нужно Аргас сначала забрать, потому что такой проплыв тупой на Тэмак. Ну забери, что там за проблема? Они, наверное, знаешь куда? В Медкорей пошли, чтобы подбиваться, но я не думаю, что они удержат. Не, ну им удобно дефать. Тимок, удобно дефать? С моей стороны приплываешь и все. Туда еще заплыть надо, у них там все побережье должно быть заставлено метками. Да, только вот парами они не первые. Ну, нам нужно просто колясом нормальное количество. Ну, сейчас выйдут мои. Голясики. Смотрим. Кстати, надо вырубать тоже все нафиг. Здесь он сюда зайдет и получит нам раз, нужно будет два. Потом караван на промочку запустить. Еще на мастерские сейчас нужно подстроить будет. Да-да, я сейчас буду переставлять все на мастерские. Ты вот где по два хода дострой, а там уже дальше мастерские. Серьезно? Никогда бы не догадался. Ну, может. Может и нет. Так, я беру морскую инфраструктуру. А я им за. Все отлично, живем. Так, давайте мастерские. Везде в очередь воткнем. Пошли в физику, короче, за инженерим нотер. Угу.
Взял, да. Так, нотр, физик, пошли. Вырубим это нахрен. Тут тоже. Да я не вижу здесь Грасланд. Нет, не Грасланд. Отлично. Блин. Так, на чем тебе расти? Тут, тут как раз с ростом не так. Так, я джунгли перестаю рубить, давайте потом торговые пусты буду фигачить. А тут что с ростом? Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Пусть он там не забудет ходить. Все, следующим ходом. Тебе могу сейчас просто эти... А, нет, тебе лучше не нужно. Думал, тебе Голиаса передаришь, чтобы дам взял, а потом лучше в союзниках подумал держать. Конечно, союзник. Нафиг мне. Приключения на попку. Так, фортификация. Тут фортификация, тут все. Кто вырос, ты вырос, куда вырос, правильно вырос, молодец. Так, это мат в конце. А, это мат в конце. Кто научил этой фразе места зарешали? Алонсо... И меня вообще никто не решал. Это ты у Сириуса там смотришь? Решают далеко не места, а умение их реализовать. Честно вам скажу. Откровенно. Ой, ой, ой. Вот там соль наверху есть еще. Да, может тут уже город писать. Хотя, рост. Минус 2 счастья, ужас. Ты обработывай сам, не надо мне ничего дарить. Ну да, да, мне же быстрее. Ну, пойдем рубить этот лес нафиг весь. Не лес, а пойдем. Вообще, наверное, по фрегаты нужно идти. После нотера и пойдем. Да. Кстати, мы могли не нотер, а этот за матчу за инженерию. Да, матчу фигня. Все, надо отсюда куда-то уводить этих парней. Покупать я ничего не хочу. Тут стоим, улыбаемся. Тут пойдем поищем этого лучника, где он тут был. Бекарь который. Будем атаковать или нет? Ну да, нахера мы их строим тогда. Хорошо. Минус 6 счастья, наверное, трейд какой-то упал. Клинкер убери оттуда, мешают. И вперед их можешь. Одну подвинь вперед, вторую убери вообще оттуда. Там меткарей куча. Плыву на помощь. Рубим, рубим, рубим. Ну, я не знаю. Сюда? Так, тут рубим, рубим, рубим. Отлично. Ну вот, с едой здесь уже более-менее нормально. Даже можно сделать, типа, так. Я там сверху буду обстреливать кинкерму. Пускай стреляет. Если мы растянем их не в армию, то будет еще лучше. О, припал придет сюда. Так, давайте похилиться, что ли. Хотя не, пускай стоит. Будем город брать. Убежал он, никуда он там ничего не будет стрелять. Три хода соль. Ты что, опять золотой век? Я не учитываюсь воли. Нет, это все еще.
8 ходов еще у нас золотой век. Только счастья нет, давай поменяемся. Так а мы не можем поменяться. Ну, я сейчас с вами в несчастье буду. А так почему у меня счастье резко упало? Не понял. А, я не знаю. Ты ж город поставил. А, да. Че, подожди, я не могу с ним поменяться, он, наверное, не обманывает. А у тебя сколько счастья? 3. Я просто марбл хочу у тебя забрать, у меня был он раньше. Ты чё, смешной, ты же нутр инженеришь. Чё, а как я потом, откуда я сейчас... Всё, всё, давай, дорогой, будем нутр инженерить. Ты не хочешь потом город еще выше Утиги туда поставить, там хорошее место? Тоже на соль. Ну типа соль, олень, там банан, вообще супер. Вот правее банана, допустим, ставишь, все супер. А ты не думаешь, что нам критической массы уже хватит? Нет, не думаю. Хотя у меня вторая, третья промка стала. Ну давай посмотрим. Просто потом караванчики еще на промочку запустить. Тебе кофеин бы отожрать? Отожрем. Потом. Сейчас приду, вот болото это, не болото, тут херню обработаем, все будет. Так раньше не сделал. Не знаю. Прям круто. Сейчас два каравана запущу на этот. Это вообще будет жесть. На промочку. Я думаю, они ходят между собой, между Тиаком и этим Аргасом. Если мы их пограбим. Там возле Масанкани какой-то ходил же. Ты же видел? Давайте иду. Будем отжирать большие города. Так, тут 5 уже, ёптарь, зачем мне 5? Зачем? Дайте пром какой-нибудь хотя бы. Ты кинкермами там будешь врываться или что там ими стоишь? Врываться? Ну да. Буду, следующим ходом. Не, вот ты плохо стоишь, тебя сейчас обстреляют там. Пускай стреляет. Лучше по мне стрелять, чем по тебе. Сейчас мои 3 приплывут, еще не переживай. А чё твоя эта лодка там делает? Давай чеши назад. Там нету лагерей на этой сам. В смысле, он там может зареспауниться? Ладно, чё? Хорошо. Я лучше перестрахуюсь лишний раз. Не умеешь ты играть, короче. Надо как я. Ну да. Ну, тебе не занимаюсь. Сколько с тобой не играл на перестрелке, ты всегда пустил без прикрытия в один. Всю жизнь. И при этом я не радарил. Ну тогда, ну так и... У нас были такие партии, что за 30 ходов заканчивались. Ну это неинтересная партия. Ладно, погнали. Тут вот сделать фортификацию и все. Отлично. Следующим ходом угадайте что. Нотр за инженером. Я не могу ворваться, пока она тут стоит. Ну, я сейчас могу убить. Будь готов менять. А хотя у меня минус, по счастью, я бы не хотел сейчас врываться. Я соль доработал. Все равно минус, по счастью. Да ладно. Минус 3 у меня. Так это не обновила она просто. Обновила, соль у меня была минус 7. Офига себе. Ну давай ворвусь, он же отстрелял же, наверное, почти все. Пускай разобьет меня. Ну готов стрелять? Я готов. На место тремки готов.
Блин. Да, не успел. Ну ладно. Зато следующим ходом буду крутой, живой. Не, ну мы промкой задавим, но они не могут нам конкурировать по промке. Ну что, в астрономию кликаю? Да, да, да. Или в арбу? Да, тут арба вообще не нужна. Тут... Ну, масонка, ну, хотя, не знаешь. Высадиться там, в принципе, да, можно и в арбу пойти. Короче, давай лошадей откроем. Дальше посмотрим. Я там сверху клинкерма, который ход уже не ходит. На внешнем море. Проплыл. Тут прям шлагер. Так, что я хотел? Что ты хотел так сделать? Так они открыли, походу, Голиасу. И что, они больше нас их построят, что ли? Хз. В начале хода свалится. Не, больше не построит. Ну, короче, идем в этот, я пойму, фрегаты и сносим. Ну. Отлично. Так, укрепляю на пагоды и на защитника веры. Окей. Ну что, и будем прорывать? Ищу к тебе миссионеры. Ну, такое. Что-то не очень хочется. А вот лагерь. Так, покажи демографию, пожалуйста. У меня все на первой армии, я не знаю, как так. Ну, все, где? Да, ну, чуть неинтересно. Ну вот, ребята, сыграли. Ну, разбомбили бы мы их тут. По науке лучше, по промке лучше, по всему ну, лучше. Я запустил караванчик на промке, а промка нормально. А я вот достраивал караваны, было бы промки тоже. А ты мореплавание уже принял или еще нет? Какое, у меня еще один с ходов. Честь, конечно, не зарулила здесь совсем. Ну, да, ты варвара тут. Ну, вначале тебе нормально. Тебе нужно было просто стоять возле лагерей и фармить. Я пытался, но город вырос на один лагерь, а другой я решил, что не стоит за одного лагерь тоже. Ну, поздравляю тебя с первым местом в группе вообще-то. Да, тебя тоже. Ну, как-то. Ладно, пошли загрузимся, глянем, что там. Да, давай глянем, что там у них. Ребята, как мы их порвали? Воля это воля. И моих много городов, это круто. Самая потная партия была, это с возмездия, где тебя забирали вообще на групповой стадии. Меня не забирали никто, я бился до последнего. А, вот это ты. Это была моя стратегия. Я понял. Кто тут у нас? Ты за кого грузишь? Я загружу за этого, за Сириуса. Окей. Какая разница, мы все равно то же самое видеть будем. Ну, такое, в общем. Если они изначально не ставили города на море, я думаю, им вообще не стоило их ставить, потому что... Ну, это тупо жесть. У нас все города на море, мы по-любому их на море выигрываем. Даже если они первые уходят. Карфаген рулит. Какой горфуфауч, ребята? Странно вообще все. Ну, тоже в традиции довольно опасно тут играть. Ну это кстати, Сириус, у него там, знаешь, увидел, что он отрастит до хрена, знаешь, с бананами там, со всей херня этой. Ну, смотри... На горе, на реке, видишь, да. Я только сейчас загрузился. А, ты Аргас забрал? Я её даже не заметил в этот момент. Нет, я его не забрал. Ну, он забранный у меня и погрузился.
Ну это ГГшки, типа, мир заключили, отдали город. Посмотри, у них на внешнике один Каринф. И все. А он в воле играл в три города? В четыре? Че, серьезно? А он вообще в три сидел, потом только Аргас поставил. Ну, что я могу сказать, территория у них ужасная. Ну, ребята, видно, волю не особо умеют играть, я так догадываюсь. Тоже очень странно, брать волю и играть в три города как-то не камильфо. Ему нужно было заселять снизу мрамор. Ну, все равно бы упал. Ну, упал бы, но, блин, они и так падают. У меня на городе на море 8 городов. То есть у меня одного больше городов, чем у них у всех. Это прикольно. Ну, что скажем, потери. У них, во-первых, ее меньше, во-вторых, она хуже. Ну, теперь они скажут, что у нас все чудеса и все дела. Ну да, ну чудеса зарешали, и территория зарешала. Да ладно, если чудеса зарешали. Вот поверьте мне, утрирую. Вот не было бы у нас этого самого барьерного рифа, результат был бы один в один. Не, ну мы позже намного вышли. Барьерный риф вначале круто дает. Ну и мой пантеон тоже круто дает. Ну да, пантеон. Прикинь, у меня города все по единичке, а все уже дают науку. И у меня их 7 было, ну так о чем речь? Что они вообще за чудеса забирали? Вот, кстати, по поводу этого Артемиды. Кто срал Артемиду? Ну кто? Конечно, Мусункани. Нет, Афины срали Артемиду. Афины? Это вообще тупо, я не понял. А тут Артемида вообще не нужна. А зачем Артемида волевику? Очень Спорим. Странно. Очень типа странно. Хотели много луков настроить или что они хотели? Тот же самый Стоунхендж ему куда больше дал, нежели этот Артемида. Не, они тут тактически вообще какую-то чушь сделали. Кстати, они мастерские построили, это с мастерским они так сильно отстают. У Галика вообще, да, крутое чудо, но вот Артемида, не знаю, спорим, да. Где караван? Не пускали они караваны друг дружку. Тимуак и Аргас, я имею в виду. А как тут сделать? Очень слабо города, трущины, семерка, Афина, это что вообще? Что такой маленький город? У меня Карфаген 5, хорош. Не, 5 это ты перерастил, наверное, там нужно было убить еще одну. Ты слишком много хороших клеток обрабатываешь, так нельзя. Ну, в общем, мы их переразвивали, как-то так это звучить должно. Ну, тоже идти в традицию и не ставить на море, это ошибка, большая ошибка. Да не, ну на море мы бы их вынесли все равно. Мы их обгоняли везде. И в Арбу выходить мы бы обгоняли. А куда, кстати, они шли? Нельзя ставить столь сушу компас второй город на море что. И при этом играть в традицию. Просто нельзя. Два города, короче, которые могут строить голиасы против наших всех. Это, ну... Ну, в общем. Ну да. Так у них вообще без вариантов. Арбу они не продавят никак. Голиасами мы побеждаем, фрегатами тем более мы побеждаем. У них денег мало. Тут ГГ. Конечно, пантеон у Сириуса хороший. Классный. Банан 20. Такое. Ну, типа, человек привык играть с традицией, что нормально. Ясно. Кстати, ни одного рынка за игру не построил, и все играли, все сидели. Я тоже ни одного рынка. Вот я даже могу сказать, сколько у меня плюс 24, у меня 25. Подожди, Карфаген. Я просто почти дороги нету, и за гавани ты очень круто вырулил. Ну, гавани, да. Вот ты меня убедил, Карфаген тут круто. Ну да, ну на внутрике и на кольце Карфаген очень сильно решает. Да. Кстати, не ожидал такой прийти от Карфагена, на самом деле. Просто мне дали столько городов поставить. Я ж провел дорогу и еще те три накрыл. То есть, шли бы они по внутрику, по внешнику, все равно мы бы отбивались на этих самых, на голиасах. Ну да. У тебя еще два на внешнем стоит. Ну, в общем, у нас 5 городов на внешнем, на море, и все остальные на внутреннем. Угу. Против их 1 и 2. Ну, в общем, да, тут вообще вариантов нет. Они по науке не смогли вытянуть их ГГ. Ясно, все, спасибо тогда тебе. Да, давай. Давай тут это когда-нибудь подумаем, кого там надо будет колбасить. Всех подряд, что там убирать. Ну, добро, все, удачи.
Да, давайте я тоже. Все, ребятки, сегодня ФФА не будет. Ну уж извиняйте. Зато я могу вам пообещать одну конкретную вещь. В понедельник вечером я могу играть в ФФА и весь день вторника, потому что я вторник не работаю, если я отпуск устроил. Так что сегодня уж извиняйте, меня жена не поймет, если я сегодня пойду еще в ФФА играть. И завтра, и послезавтра это будет попа. Так что спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Воля рулит. Я всегда говорил, что воля рулит. Даже ФФА, если вот не будет упорочек, каких-нибудь кривых пацанов, чисто чтобы вынести лидера и проиграть самому, то воля все равно всегда переиграет традицию. Вот я все равно, меня никто не переубедит. Я когда-нибудь еще покажу, как можно по воле развиваться по науке, а не по расселению. Это тоже хорошая тема, но это больше дуэльная тема, конечно, а не ФФАшная. Но мы пофанимся все равно когда-нибудь. Все. Я думаю, на этом мы заканчиваем сегодня. Спасибо вам, что смотрели. Да, здорово. Ребятки, кому не сказал здорово, вот розовый гусь я его первый раз вижу пока что. Вот. И удачи.